Рабочий замешивает цемент, чтобы выровнять площадку при входе в первый подъезд 8-го дома на улице Базыри. Ремонтные работы ведутся в обоих подъездах в кирпичной трехэтажке 1963 года постройки. В первом текущий ремонт практически завершен. Заменены оконные и дверные блоки, восстановлены козырьки входной группы, появились новые почтовые ящики и осветительные приборы. Цвет для окраски стен – нежный персиковый – выбирали сами жильцы. Вместе с серым, которым окрашены другие поверхности, смотрится весьма гармонично. Серый цвет стараемся везде стандартизировать. Это металлические поверхности, поручни, отбивка по полу. Везде серый. Заменяя плитку, мастера идут сверху вниз, от более сложных и трудоемких работ к простым. Дому более полувека, но специалисты уверяют, стены у него толстые и построен добротно, хотя свои трудности тоже имеются. Здесь материалы используют старые, та же самая штукатурка, с ней есть свои сложности. Зачистки очень много, соответственно, штукатурки последующей тоже много. В основном сложности это. Ну и конструкции старые, что в окна, двери тоже ремонтируют. Ремонту практически не подлежат. Поэтому все заменяем. Во втором подъезде сейчас прошел первый этап подготовки стен. От начала ремонта до сдачи подъезда у рабочих где-то 2-3 недели. В этот период, так как лифта в доме нет, жильцы испытывают определенные неудобства. Однако большинство из них с пониманием относятся к временному дискомфорту. А ждать осталось недолго. Все работы планируется завершить в начале августа. Когда уже подъезд уже отремонтирован, а уже готов, то есть висят новые почтовые ящики, все покрашено, все аккуратно. Люди заходят и после этого говорят: «Ой, спасибо, что вы сделали ремонт». Намного приятнее, намного чище стало. В ближайшие годы жильцы трехэтажки смогут не задумываться о ремонте подъездов. У нас периодично с 3-5 лет. В зависимости от состояния, если там через 3-5 лет нужно будет провести еще, будем проводить. В этом году управляющая организация УЖХ планирует провести ремонт 68 подъездов в Одинцове. Две трети из них уже полностью готовы и сданы. Работы на остальных объектах тоже завершаются. Готовность многих составляет 85-90%. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».